Привет всем зрителям моего канала, привет всем подписчикам. Спасибо вам большое, что смотрите, оставляете комментарии, мне очень приятно. В одном из видео вы мне писали, что у меня не очень перчатки, да, поизносились. На самом деле я как-то так не обращал внимания, но потом пересмотрел видео, решил таки заказать себе перчатки в интернете, пересмотрел много площадок разных, аукционы, Виолити. Ну, вот наткнулся на интересный сайт, ребята продают много полезных вещей для нумизматов. Я себе выбрал вот такие вот перчатки и заказал. Нормальная цена. Давайте посмотрим, как же они выглядят в реальности. Должна быть очень полезная вещь для любого нумизмата. И я вам сделаю кратенький обзор на нее. У нас это перчаточки для нумизматов. Упаковка. Что можно увидеть? Ну, в целом, довольно достойно, интересно. То, что у меня было, например, да, мне вообще не сравнить мои перчатки, которые были, и с такими более профессиональными. Размер у них. Насколько же удобно, как вот этот магазин мне прислал, насколько же удобно смотреть монеты. Ну, в принципе, монету удобно держать и в руке. Я взял специально самую маленькую монетку показать, и вот так вот. Иконы смотреть довольно удобно. Насколько удобно вот, например, с такого пакета доставать. Напишите ваши впечатления. О, смотрите, вот так можно. Оп, раз. Такая вот у меня есть звезда. Раз. В целом визуально довольно красиво можно показывать. Есть еще орден первой степени, юбилейный. Если интересно, чтобы я сделал обзор, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно сделаю. В целом, перчатки очень удобны, я доволен покупкой. Ссылочку, если хотите, я оставлю также в описании. И до новых встреч, обязательно буду снимать для вас интересные обзоры. Всем пока!